территория становления ОАО «Белгазпромбанк» в городе Бресте, в Брестском регионе, берет свое начало 1 февраля. Это именно дата регистрации филиала в Национальном банке Республики Беларусь. На тот момент филиал начинался из небольшого штата работников. Дорога моя в этот банк началась еще в прошлом тысячелетии. Редко, наверное, сейчас кто может сказать, что вот в прошлом тысячелетии началась дорога, а нам так повезло. Вот. Не всегда эта дорога была автобаном, но всегда она была очень интересной и увлекательной, потому что на моих глазах, на глазах моих коллег, кто так долго работает уже в банке этом, вершилась и вершится финансовая история нашего государства и вообще банковской системы. Учитывая, что в Белгазпромбанке проработала я уже 20 лет, практически Белгазпромбанк – это вся моя жизнь. Наш коллектив изначально был всегда сплоченный, и я рада, что прошло 20 лет, и мы все остались единым коллективом. Наверное, свой весь опыт я приобрела именно в Белгазпромбанке. 70% моего трудового стажа прошло именно в Белгазпромбанке. Наши акционеры своим названием, своим именем помогли на первоначальном этапе привлечь таких известных в городе Бресте клиентов, как Вестафта, Фантом, Брестский чулочный комбинат. Эти предприятия и на сегодняшний день являются нашими клиентами. Двадцать лет для истории банка – это, конечно, на фоне других цифр это мало, но для банковской экосистемы это время испытания и время, которое позволило Белгазпромбанку, Брестской областной дирекции, заявить о себе как о современном инновационном банке. Все услуги, которые банк предоставлял на протяжении всех этих 20 лет, они постоянно переносились в сферу IT-технологий. На сегодняшний день мы с гордостью говорим о том, что можем и услуги для физических лиц, и услуги для юридических лиц, и привлечение ресурсов, и предоставление ресурсов осуществлять через интернет-банк, через наши мобильные приложения, которые разработаны и качественно, достойно оказывают услуги как юридическим, так и физическим лицам. Вместе с клиентами развиваемся и мы. Развиваем новые виды услуг, такие как востребованные на сегодняшний день торговое финансирование, оно более востребовано. Конечно, и стандартное кредитование, оно как было, так и есть и на сегодняшний день. Оказываем услуги финансового лизинга, факторинга, то есть это не столько распространенные операции, но и они тоже, на них есть спрос. На сегодняшний день, конечно же, у Белгазпромбанка, у Брестской областной дирекции есть те новинки банковских продуктов, которые будут интересны. Это карточка системы Union Pay, которую мы начинаем выпускать с февраля. Это карточка в польских злотах, которую не выпускает ни один банк Республики Беларусь, кроме Белгазпромбанка. Это онлайн-кредиты, которые могут юридические лица, физические лица оформить в интернет-банк без посещения офиса. Продукты современные, и мне очень радостно, что к нам сейчас приходят уже дети наших первых клиентов. Они выбирают снова наш банк, и мы уже читаем фамилии. Ты сын? Это твой папа был директором фирмы? Ну, и есть даже, может быть. Да, это очень приятно, потому что молодое поколение идет обратно к нам. Я думаю, поэтому наши услуги востребованы. Многолетнее деловое сотрудничество между нашими организациями позволяет нам характеризовать банк как надежного стратегического партнера. Мы с глубоким уважением относимся к серьезнейшей работе наших партнеров по финансовому обеспечению и стабилизации экономики предприятий. Банк празднует свой юбилей в трудный период макроэкономической нестабильности и неопределенности. Но мы уверены, что высокий профессионализм менеджмента компании банка
умение правильно ориентироваться в сложных условиях финансового и фондового рынка, а также применение современных инновационных технологий позволит банку сохранить экономическую стабильность, усилить свои позиции в банковском секторе страны. Есть команда, которая работает, начиная от самого низшего сотрудника до директора. И вот эта команда выполняет одну задачу, конечную. И вот это приятно. Кому бы ты ни обратился, всегда есть ответ, всегда есть, так сказать, реакция, и есть стремление помочь, решить и так далее, и так далее. Легко и одновременно трудно говорить о Белгазпромбанке в преддверии такой даты. Легко, потому что легко и комфортно работать с трудовым коллективом профессионалов, которые обслуживают нас. Приятно работать. В то же время трудно, потому что эти профессионалы подняли планку профессионализма на такой уровень, что приходится нашей компании соответствовать высокому уровню, приходится учиться, совместно работать для ведения бизнеса. Могу сказать одно. Надежный банк быстро поворачивается к клиенту. Это очень важно бизнесу сегодня, потому что время не стоит на месте. Мы с ними сотрудничали, сотрудничаем. Я надеюсь, что в дальнейшем только будем развивать наше сотрудничество. Особенность Брестской областной дирекции заключается в том, что мы не закрываемся только в работе. На сегодняшний день мы активно участвуем во многих проектах, которые проводятся в городе. Это и благотворительные проекты «От сердца к сердцу с добротой». Это и проекты Главного управления Национального банка Республики Беларусь по финансовой грамотности. Мы часто встречаемся с коллективами школ, мы часто встречаемся с коллективами средних и высших учреждений, заведений. Мы встречаемся с коллективами предприятий как наших клиентов, так и пока не наших клиентов. Очень много сделано с моими сотрудниками в продвижении наших продуктов как в Бресте, так и в Брестском регионе, например, в городе Береза. Мы провели или проводим ежегодно не менее 2 семинаров для малого и среднего бизнеса. Причем семинаром это актуальные темы, где мы пытаемся подсказать малому и среднему бизнесу и направить их в нужном направлении именно и ознакомить с новинками банковских продуктов. Готовясь к 20-летию нашей дирекции, мы постарались вернуться в историю и посмотреть на те проекты, которые с помощью банка были осуществлены клиентами Брестской области за прошедшие 5-10 лет. И были, конечно же, приятно удивлены тому количеству, а это более 20 проектов и той масштабности проектов, которая сделана. Это и здания красивые торговых центров, это и производственные предприятия, это и производственные линии, которые позволили предприятиям, переработчикам увеличить свою мощность, улучшить качество продукции, увеличить объемы продажи этой продукции на экспорт. Основная миссия Белгазпромбанка – это формирование среднего класса в Республике Беларусь путем предоставления высокотехнологичных банковских продуктов и осуществления проектов в социально-культурной сфере. Многие слышали о наших проектах в спортивном направлении. Это клуб имени Мешкова, гандбольный клуб. В этом году, в связи с тысячелетием города, мы немножечко хотим показать одно из наших направлений. Приоткрою тайну небольшую, да, и скажу, что планируется в мае месяце сделать подарок, именно культурный подарок к тысячелетию нашего города Бреста. За 20 лет открылись подразделения центры банковских услуг в городе Кобрине, в городе Пинске. Этим подразделениям на сегодня тоже кому-то 10 лет, кому-то 15 лет и более. Постоянно шло увеличение клиентской базы. На сегодняшний день у нас на обслуживании находится практически 4800 клиентов.
Мы с радостью ждем открытия в 2019 году 5000-го клиента. Мы надеемся, что 5000-му клиенту мы сможем предоставить определенные интересные продукты, тарифы, поэтому приглашаем всех клиентов Брестской области стать 5000-м клиентом Брестской областной дирекции ОАО «Белгазпромбанк». Одним из наших подарков для города, для Брещины, и, конечно же, подарков для коллектива Брестской областной дирекции будет являться новое здание, проект, по которому на сегодняшний день уже проходит экспертизу. Это здание будет находиться по улице Московской. Это будет современное, интересное, инновационное здание. Мы надеемся, что новое здание Брестской областной дирекции достойно украсит город Брест, будет замечательным инновационным подарком для Бреста и брестчан.